Кисловодске точно не будет пробок, потому что горожане решили сменить свои 4 колеса на 2 и поучаствовать в велопробеге. Катаюсь лет 10-11. Почему решили принять участие сегодня? Ну, потому что, мне кажется, это полезное дело популяризировать велосипед, показать, что это вещь полезная, велосипедистов много. Потому что я за здоровый образ жизни, я люблю велосипед, я решила поддержать эту акцию. Мы задумались в декабре где-то этого года объединиться с движением Велов и попробовать организовать такое мероприятие. Что из этого получилось, вы видите, 700 человек. Я думаю, что в сентябре мы соберем больше. Как ты думаешь, смогли бы горожане пересесть на велосипеды и меньше ездить на машинах? Смогли бы, если были бы условия созданы в городе? Спокойно. Абсолютно. Я думаю, что физически смогли бы, если бы были хорошие дороги, меньше машин. Велосипед – это не только средство передвижения, но и образ жизни. Давайте лето посвятим спорту и хорошему настроению. С вами была Лиза Шахнович. Смотрите ЮТВ. Ты тоже на самокате, как и я. Тигр? Тебе нравится праздник? Скажи р. Даже маленький тигр готов принять участие в велопробеге. Пусть и на самокате.